Спаси Господи! Добрый день, друзья! Очень скоро будет у православных христиан очень большой и светлый праздник, праздник Пасхи Христовой. И мы, конечно, все будем к нему готовиться. Будем печь праздничные куличи пасхальные, будем красить яйца. А я предлагаю вам сделать вот такие вот яйца в технике декупаж. Посмотрите, вот такие яйца. Они будут очень яркие, красивые и праздничные. И выполнить эту работу очень несложно. Для этого нам с вами понадобятся вот такие вот салфетки. Они бывают абсолютно разные. Видите, у меня вот все они вот такие красивые салфеточки. Вам нужны будут обязательно ножницы, мягенькая кисточка. Абсолютно разные кисточки, но она должна быть мягкой. Это особенное условие. Конечно, яйца. Их нужно предварительно сварить. И сварить лучше вкрутую, ну, чтобы, не дай бог, с ними ничего не получилось. У меня их 10 штук. Но обратите внимание, вот эти, видите, уже готовы. Я просто сделала их чуть-чуть раньше, чтобы не тратить много времени. Но у меня есть еще и просто белые яйца. Вот это вареное. Мы сегодня будем его с вами делать. А вот эти яйца сырые. И вот сейчас я вам скажу, что же мы будем делать дальше. А вот еще посмотрите, у меня есть вот такой вот, видите, вот такая разделочная доска. Она тоже выполнена в технике декупаж. И тема, видите, пасхальная тема. Это очень красивая будет работа для оформления вашей кухни. И вот теперь мы приступаем к нашей работе. Если вы заметили, у меня на столе нет никакого клея. А он сегодня и не нужен. Потому что клеить наши элементы мы будем с помощью куриного яйца. Для этого нам с вами понадобится взять емкость, у меня обычный пластиковый стаканчик, разбить яйцо аккуратненько. Я буду стараться, чтобы все получилось хорошо. Вот так. И вылить его в наш стаканчик. И теперь я возьму вот так вот стаканчик, вилочку. И нужно хорошенечко, хорошенечко это все взболтать. Ну, не то чтобы взболтать. Нам не нужна вот такая яичная пена, нам просто нужно смешать белочек и желточек. И вот сегодня вот это яйцо наше будет выполнять функцию клея. А вы знаете, что раньше, очень давно, яйца добавляли в раствор при строительстве для крепости, а в петриковской росписи на основе желтка разводили краску. Так что, видите, мы с вами, в общем-то, идем по стопам наших предков. Они нам подсказали, чем же мы можем заменить химический клей. Ведь у нас яйца-то пасхальные, настоящие, и нам клей здесь нехороший не нужен. И вот смотрите, что я сделала. Значит, клей наш уже готов. Теперь нужно взять салфеточку, вы берете любую салфетку. Они бывают разные. Посмотрите, вот это однослойная салфетка, обычная тонкая салфетка. Вот эта салфеточка плотнее, но плотнее за счет того, что в ней 3 слоя. Вы должны вырезать из этой салфеточки или просто вот так вот можно брать и ручками вот так как бы вырывать рисуночек. Видите, вот так. Я не буду делать это до конца, я просто вам вот показываю, как можно сделать. Сейчас один. Вот так вот. Вы просто берете и вы вырываете. Вот, видите? И получается вот такой элемент. Я заранее вырезала уже, и вот посмотрите, если салфетка однослойная, то вы ничего не делаете. А вот если мне несколько слоев, вам нужно, посмотрите, снять вот эти белые слои, видите? И остается один только цветной. И вот теперь мы можем работать с нашими элементами. Нам нужно взять яйцо, оно должно быть сварено, оно должно быть остывшим уже. И вот теперь самое интересное в нашей работе. Посмотрите, мы аккуратненько прикладываем наш элементик вот так вот к яйцу, придерживаем пальчиком и теперь макаем кисточку. Я поставлю сейчас сюда, чтобы вам было видно. Вот так. Макаем кисточку в наш так называемый клей. И теперь очень важно, ребята, вы начинаете приклеивать, намазывать вот от центра, видите, и вот так вот в разные стороны. Аккуратно. Вот так. Видите, как приклеивается наш рисуночек? Очень замечательно все получается. И наше яйцо, обычное белое яйцо, становится праздничным, ярким и красивым. А главное, я еще раз повторюсь, у нас нет никакой химии, у нас все абсолютно натуральное. Посмотрите, мы сделали одну сторону, теперь я переворачиваю вот так его. И вот сюда я хочу приклеить вот такой элемент, видите? Такие замечательные цветы весенние. Называются они примулы. И вот мы добавим вот эти цветы на наше пасхальное яйцо. И вот точно так же от центра, аккуратненько, не спеша. Все очень просто и несложно. Если вдруг случится так, что ваша салфеточка порвется, а это возможно, она рвется и у взрослых, и у меня нарвалась неоднократно. Вы не переживайте, вы просто аккуратненько ее приклеиваете. Вот, видите? Кисточкой. И все. И главное, сильно не трите, чтобы салфеточка не порвалась. Вот посмотрите, что у нас получается. Одна сторона, вторая наша сторона. Видите? Вот такое вот чудесное наше яйцо. Я думаю, вам становится понятно, как все это делать. Теперь яйцо должно высохнуть. Для того, чтобы оно высохло, вы просто положите его вот так вот аккуратненько на стол, на то место, где нет салфеточки. И вот оно у вас высохнет. И вот я еще раз вам покажу, что получается, когда яйца высыхают. Посмотрите. Замечательные пасхальные яйца, видите? Вот. Посмотрите, они абсолютно разные, потому что и салфеточки у меня были разные. И вот это какое замечательное. И мне очень хочется, чтобы вы сделали эту работу и украсили свои пасхальные корзинки праздничными пасхальными куличами и яйцами, которые сделаете своими руками. Сейчас я вам еще раз покажу нашу досточку. Посмотрите. Мы с вами готовимся к Пасхе. До свидания. До новых встреч.